Все мурмяу мои котятки, с вами Флаффи Китти, и новогодние приключения в волшебной стране продолжаются. Всех с новогодними праздниками, с приближающимся Рождеством, всем тепла, доброты и благополучия в ваши дома и семьи, а мы с вами нажимаем кнопку «Играть». Итак, в предыдущем видео мы с вами узнали, что главный король, я не знаю, или царь страны Тойхэттен, где мы с вами сейчас обитаем, является мальчик знакомый Диди. Когда-то давным-давно, в своем детстве, она его очень сильно обидела. И в самом первом видео в комиксе мы с вами видели, что Диди пожелала исправить свою ошибку. То есть она как бы сказала так, что давным-давно я сделала кое-что плохое, я хотела бы все это изменить, да, то есть извиниться перед этим человеком. Вполне вероятно, что как бы к этому и ведет вся игра. То есть тот поступок, который Диди допустила в детстве, он испортил, я не знаю, ее жизнь и судьбу, будучи взрослой. И сейчас то, что она пребывает в этой стране игрушек, в которой она любила мысленно погружаться, когда происходило что-то неприятное, все исправит. И будет мир, счастье и благополучие у всех. Итак, игра в жанре поиск предметов, плюс добавлены элементы некоторых головоломок, поэтому все, как вы любите, мои дорогие котятки. И сейчас у нас доступны три локации, где мы будем искать предметы. Это пастбище, мост и площадь. На мосту и на площади мы уже с вами были в предыдущих видео, поэтому давайте отправимся на пастбище и поищем игрушки там. 20 игрушек на пастбище, 20 на мосту и 40 на площади. Почему-то на площади всегда больше всего игрушек, но в последнем видео мы искали там появляющихся мишек. То есть нам нужно было найти 40 мишек. Поэтому, может быть, здесь опять же такой же принцип будет. Но оставим напоследок. Вау! Какая классная локация! Посмотрите! Слушайте, это круто! Итак, 20 предметов мы будем здесь искать. Они отображаются десятками. То есть сейчас здесь 10 предметов. Это поросенок, собачка, петух, виноград, обезьяна, пианино, тюлень, маска, гитара и часы. Вот это все мы с вами будем искать, как найдем, появится новый список. Не удивляйтесь, игрушки у нас здесь с вами живые, они разговаривают и что-то от нас просят. И когда мы удовлетворяем их просьбы, нам даются различные всякие подсказки. Удовлетворять их потребности, их желания или нет, дело ваше. Но, в принципе, это хорошая затея, потому что она освобождает экран от лишних, от ненужных предметов. То есть обычные игрушки просят то, что мы не будем искать. Итак, давайте еще раз список. Поросенок, собачка, петух, виноград, обезьяна, пианино, тюлень, маска, гитара и часы. На всех локациях одни и те же предметы в основном, поэтому найти их, в принципе, легко. Но на некоторых локациях я прям вот, ну, реально подвисаю и сижу, потому что я не знаю, то ли мне вот эти вот хотелки и желалки удовлетворять, то ли мне искать предметы, которые от меня требуются. Я прям вот как бы хочу все и сразу, и игрушкам помочь, да, и предметы найти. Так, собачка, петух, обезьяна, тюлень, часы. Так, ищем собачку, петуха, тюленя. Кстати, вот он, тюлень. А вот он и петух, который у нас просил апельсин. Вот он здесь наверху, апельсин, да? А нет, а кто это просил, кстати? А все, его уже нет. Так, осталась собачка и часы. Так, ну, часы мы с вами видим. Осталось найти собачку. Еще, кстати, одна хрюшка, медвежонок я вижу. Так, где собачка-то у нас? Ау. Я хочу домик, кто говорит? Нет, это не собачка. Так. Собачка. Мне нужна собачка. Вижу верблюдов, вижу ящерицу. Ящерица у нас, кстати, хочет колокольчик. Где-то он мне, кстати, попадался на глаза. Я еще такая думаю, надо запомнить. Наверняка его попросят. А, вот он. Все отлично. Так. Девочка, а как тебя зовут? Меня зовут Диди. Так, собачка, вот же она на дереве. Отлично. Так, кто у нас просит корону? Ага, хорошо, дадим корону. Так, новая десятка. Это у нас с вами маракасы, мышка, медведь, тукан. Кстати, давайте апельсин сразу отдадим.
Лейка, лампа, бегемот, ящерица, ананас и летучая мышь. Так, ананас я знаю где. Летучая мышь тоже была вот здесь вот у нас с вами наверху. Так, маракасы, мышка, лейка. Так, лейку вижу. Лампа, бегемот. Бегемот где-то попадался. Вот он, замечательный бегемот. Рядом с ним находится лампа. Так, медведь тоже мне попадался. Я его вижу. Так, маракасы, мышка, тукан, ящерица. Ящерица, мы даже ее желание удовлетворяли, да? Отдав ей предметы. Маракасы, вот они, пожалуйста. Вишню давайте отдадим орлу. И остались два предмета, две игрушки. Это мышка и тукан. Я хочу пальму, говорит орел. Бери. Так, мышка. Мышка серая. Ее всегда очень сложно найти. Тукан, я в принципе понимаю, как он выглядит, но я его здесь просто не вижу. Давайте подсказками воспользуемся, кстати. А, бинокль можно, кстати, отдать, почему бы и нет. Стрелу. Кто-то у нас просит. Отдадим стрелу, чтобы не мешалось. Так, мышка-тукан. Мышка-тукан. И не шевелится ведь. Ни мышка, ни тукан. Чтобы я хотя бы могла их найти. Где же мышка? Тукан. Так, давайте подсказкой воспользуемся. Вот она, серая мышка замечательная. Прекрасно. Слушайте, туканчик где-то еще должен быть. Давайте подсказка. О! Тукан вон там наверху. Я бы без подсказки его не увидела, мои дорогие котятки, в любом случае. Так, идем на мост и ищем 20 игрушек здесь. Итак, что нам здесь нужно будет найти среди многообразия всех этих предметов? Лампу, ангела, грушу, бабочку, якоря, крокодила, мышку, бутылку, вишню и льва. Так, якорь, бутылка и лампа со львом мне уже видны. Отлично, я хочу яблоню, дайте отдадим яблоню. Так, ангел, груша, бабочка. Бабочка вот здесь наверху. Крокодил, мышка, вишня. Вот наверняка мышка. Опять малюська где-нибудь висит, я не знаю. Так. Грушу, кстати, нашла. Ангел, крокодил, мышка, вишня. Вишню, кстати, вижу. Так, хочешь колокольчик, забирай. Так, крокодил, крокодил. Где у нас крокодил? Подсказку надо забрать. Крокодил, мышка, ангел. Опять, я не знаю, то ли предмет раздавать, то ли искать. Крокодил должен быть зеленый, явно. Кто хочет корону? Петух. О, крокодил. Ага, я тебя нашла. Не спрячешься от меня. Так, ангел, мышка. Ангел, вот он, пожалуйста. Так, серенькая, малюсенькая мышка. Вот она, на удочке у рыбака. Кстати, она и в прошлый раз, насколько я помню, тоже висела на удочке у рыбака. Так, орел, слоник, летучая мышь, собачка, виноград, белочка, обезьяна, ящерица, нота, поросенок. Так, виноград вижу, поросенок здесь наверху. Так, собачка. О, летучую мышь, кстати, вижу. Белочка рядом с летучей мышью. Так, овечка нам не нужна? Нет. Нужен орел. Нужен слоник, которого в прошлый раз мы так долго искали. Так, собачка, обезьяна, ящерица и нота. Ящерицу нашла. Нота была как-то так грамотно спрятана в прошлый раз. Я думаю, что и сейчас я без подсказки ее не найду. Так, собачку вижу. Так, кто хочет маску? Обезьянка хочет маску. Забирай, мы тебя сразу же найдем. Так, и вот последняя осталась нотка, да, которую я и в прошлый раз не смогла найти. И сейчас я ее тоже не найду. Поэтому я воспользуюсь подсказкой. Вот она, нотка, вот она. Очень хорошо ее спрятали. Ну что, идем на площадь и ищем 40 предметов там. Ну что, снова 40 нишек, как в одном из видео.
Смотрим, когда они появляются, и быстренько-быстренько щелкаем по ним, котятки, чтобы собрать всех их. Поверьте, здесь появится 40 и дальше больше мишек. Они все появляются в хаотичном порядке, поэтому как только видите, сразу же нажимайте, не зевайте. Сразу же хоп-хоп-хоп-хоп. Так, где еще мишки? Так, 5 мишек мне осталось. Раз, два, три, не исчезнешь от меня. 4, 5. Отлично! Всех медведей мы с вами нашли. Итак, снова проектор! Игрушки сломали проектор и не дают посмотреть, что было дальше. Тяните красные рычажки вверх и вниз, чтобы его починить. Вы увидите зеленую метку на рычажке, когда он будет в нужном положении. А вот мешающие игрушки можно отгонять щелчками. Итак, сгоняем игрушки. Сразу же отпускаем. Просто вот сразу, как только мы с вами поймали зелененькую стрелочку, мы должны с вами отпустить рычажок. Да, игрушки будут нам мешать. Все не так просто, как кажется, котятки. Так, дайте другой рычажок. Так, так. Ай, не могу поймать. Как поймать? Так, уберем игрушки. Они сейчас будут прыгать на рычажки. А, я опять буду мучиться сидеть. Нет, не могу. Котятки, не могу. Мне игрушки отвлекают. Видите эти игрушки? Так, либо вниз, либо вверх. Так. Сейчас поймаем когда-нибудь. Все, первый поймали, отлично. Так. Ага, отлично. Так, дело пошло, котятки. Последнюю. Все, отлично, проектор исправен. Была у меня однажды балерина. Просто загляденье. Хорош заливать. Дорогу господину деспоту. Он ничуть не изменился. Чтобы он оттуда свалился. Эй, ты, в полосатом, лови! Так, что бы это значило, котят? Все, кто хочет вернуться домой, садитесь на корабль. Эй, деспот, мне надо с тобой поговорить. Вот тебе специальный пропуск к его величеству. Это дирижабль летит в замок. Вы неправильно написали мое имя. Да, еще давайте будем ждать, когда исправим имя на пропуске. Нам и так он очень сложно достался. Мы летим домой. Интересно, эта штука долетит до замка? Не знаю уж, мои дорогие котятки, не знаю. Сейчас увидим. Итак. 20 игрушечек нам с вами здесь нужно будет собрать. Локация нам знакомая, мы ее уже видим не в первый раз, поэтому проблем у нас здесь с вами быть не должно. Уже вижу бегемот и динозавра, как минимум, из списка. Итак, тюлень, лебедь, бабочка, клубника, часы, жираф, вертолет и паровоз. Так, клубнику вижу, паровозик тоже вижу, жирафик, часики, бегемотик, все на месте. Тюлень, лебедь, бабочка. Так, тюлень. Лебедь был где-то внизу, вроде бы нет. А, лебедь, да. Так, бабочка и вертолет. Так, бабочка и вертолет. Так, ты хочешь горку, забирай. Так, вертолет. Я не помню, чтобы где-то здесь был вертолет. А, кстати, вот он, вертолет. Все отлично, нашли мы. Так, дальше ищем. Белочка, апельсин, бегемот. Подсказку вам взять. Кошка, обезьяна, тукан, вигвам, лампа, божья коровка, флейта. Так. Вигвам помню где, а тукан тоже помню где. Подсказки сразу же забираем, почему бы и нет. Так, кошка-обезьяна. Кошка, обезьяна, лампа, божья коровка, флейта. Лампа, божья коровка. Маракасы можно отдать неваляшке. Это у нас неваляшка, представляете себе, котятки? Так, белочка, апельсин, бегемот. Белочка, бегемот.
Так, апельсин внизу где-то был. Все верно. И последний предмет – это флейта. Флейта. Кстати, где у нас флейта? Я не помню. Где у нас вообще была флейта? Я хочу часы, ну забирай часы. Хочешь пальму? Давайте отдадим пальму. А помните, котятки, видео, когда я здесь все предметы, вообще какие только можно было, раздала, и игра как бы сломалась, да? То есть экран остался пустым, мне находить больше было нечего, мне пришлось отсюда выйти и войти снова. Стой, нам нужна твоя помощь. Но дирижабль улетает, я должна поговорить с деспотом. Дирижабль не отвозит игрушки домой. Но ты можешь спасти остальных. Найди оставшиеся игрушки. Мы полетим на большой зеленой фишке. Но надо торопиться. Забирают игрушки у детей? Да? Некоторые люди не меняются. Но я ему всыплю. Снова. Да, Диди, да, Диди, все правильно, с подлецами только так нужно поступать, потому что они, как показывает жизнь, как показывает практика, не исправляются. Но, в принципе, подлецов проучать – это тоже плохой поступок, и ты автоматически тоже становишься подлецом. Поэтому справедливость – это такая вещь, котятки, очень сложная. Но давайте продолжать играть. Итак, сразу 4 локации у нас здесь с вами активировались. Это горки, карусель, дом у реки, вход в город и большая книга. Пойдемте от меньшего к большему. 10 игрушек на горках, 20 на карусели и в домике у реки, потом 30 найдем в большой книге и 35 на входе в город. Начинаем с горки. Итак, жираф, кстати, вижу, пока нужно сразу нажать. Кстати, вот она неваляшка, почему бы и нет. Так, павлин, лягушка, черепаха, лягушку, почему бы и нет. Тоже можно сразу нажать. Корова и орел. Так. Может, коровка нужна? Нет. Корова нужна. Так, корова нужна, нажали. Так, пчела, тукан, кролик. Кролик вижу. Тукан, кстати, где-то был. Куда он делся у нас? Вот он, тукан. Успела, отлично. Так, павлин тоже вижу. Орел, черепаха и пчела. Так, смотрим по порядку. Орел, черепаха и пчела. Орел, черепаха, пчела. Орел, вижу. Пчелу вижу. Осталась только маленькая черепашка. Вот она. Отлично. Как быстро мы с вами справились с этим заданием, и можно отправиться на карусельку. Итак, здесь мы с вами ищем 20 предметов. Так, первая десятка – это колокольчик, бантик, яблоня, динозавр. Динозавр, кстати, вижу. Бананы, собачка. Собачку, кстати, тоже вижу. Мяч, вишня, корова и ананас. Корову, кстати, вижу тоже. Ананас, кстати, был тоже где-то на виду. Я пока все это зачитывала, глазами быстренько все это пробегаю. Но что-то все, ананас у меня теперь выпал из поля зрения. Я даже не знаю, где находится. Так, часы хочешь, забирай. Так, колокольчик, яблоня. Мяч, вишня, ананас. Кстати, вот это похоже на вишню, да. А это у нас похоже с вами на мяч. Так, виноград нам нужен? Нет. Колокольчик, яблоня и ананас нужны. Так, вот он ананасик, вот он, конечно же. А вот она и яблоня, почему бы ее и не подобрать? Так, колокольчик. Колокольчик вообще может быть где угодно, как угодно выглядит. Но обычно он маленький, розовенький. Может быть, на шее у каких-нибудь из пони? Нет, на шее там бантики, цветочки. Так, виноград ты хочешь? Забирай. А кто, кстати, хочет виноград? Проходи. Спасибо, пожалуйста. Так, давайте мы с вами найдем колокольчик. Да вот он. Я как раз, кстати, на него посмотрела и уже нажала. Итак, цветок, собачка, ангел, динозавр, балерина, кукуруза, медведь, перо, орел, рыба. Так, орел вижу, кукурузу тоже вижу. Балерина здесь же у нас с вами находится. Рыба с цветочком тоже здесь были спрятаны, и динозавр тоже здесь. Собачка, ангел, медведь, перо. Ангел вижу. Так, медведь вот здесь наверху. Осталась собачка и перо. Собачка. Собачка. Вот она, маленькая красненькая собачка, а вот оно и перо. Отлично. И это задание нам с вами тоже покорилось. Прямо вот семимильными шагами мы идем к спасению игрушек.
Так, идем к дому у реки. Так, раньше он выглядел наоборот, да, то есть тут зеркальное отражение сделали. И, в принципе, игрушки-то я смотрю все те же самые. Медвежата, обезьянки, лягушки, барабан, часы. Ну, то есть все то же самое, что было. Главное все это найти. Итак, баран, автобус, павлин, бегемот. Кстати, вижу павлина, почему бы на него сразу не нажать. Баран, кстати, тоже я вижу. Так, автобус тоже мне известно, где находится. Морковка была раньше на мосту, есть, она там так и осталась. Бегемот, интересно, переместился куда-нибудь? Нет, бегемот здесь же остался. Сова тоже сидит с вами на крыше. Так, часы вот здесь вот они у нас с вами на земле. Так, лиса, воздушный змей, лошадка. Воздушный змей есть. Лошадка, не знаю где. Лиса, лошадка. Лиса сидела на мостике, в принципе, она там так и сидит. Лошадка вот спряталась у нас вот здесь. Так, следующая десятка. Лягушка, кошка, динозавр, лебедь, мяч, барабан, собачка, доктор, клоун, кукуруза. Так, доктор, собачка, барабан, клоун, кукуруза, собачка, мяч, лебедь. Лебедь где-то внизу был, да. В прошлый раз, кстати, енота искали. Так, лягушка вот здесь, вот она у нас сидит. Мяч, собачка, кукуруза, динозавр. Так, собачка. Подсказку возьмем. Что-то мы ее оставили. Так, кукуруза, мяч, динозавр. Кукуруза, мяч и динозавр. Я хочу стул, забирай стул. Так, кукуруза, мяч и динозавр. Не вижу, представляете, ни того, ни другого. А, вот эта кукуруза на мостике. Отлично. Мяч и динозавр. Кстати, мяч и динозавр. Мяч опять, наверное, да, вот он, мяч для американского футбола, которого не найдешь, если не знать, что он там. Мне подсказка в прошлый раз помогла. Так, динозаврик, динозаврик. Динозаврик мне здесь, кстати, не попадался, по-моему, нет? Или попадался? А где динозаврик, может быть? Подсказка. Так, а давайте подсказкой используемся. А, вот он, динозавр. Я просто ищу какого-нибудь синего, розового, но никак не камуфляжного динозаврика. Итак, идем в большую книгу. Тоже зеркальное отражение сделали, да? Ой, и здесь тоже вот так вот все наискосок. Надо искать предметы, вот так повернув голову. Не очень удобно. Нужно собирать только одушевленные игрушки. Одушевленные — это значит все, кроме там морковок, арбузов. То есть это кошки, овечки, лошадки и так далее. Так, еще 9 котятки. Слоник, крокодил, сова, динозаврик, лисичка, черепашка, жирафик, летучая мышь и последняя игрушечка. Ну-ка скажи что-нибудь, кто говорит? Это машинка, она неодушевленная. Мне нужна одушевленная. А вот он. Кит. Как же я могла пропустить китенка? Ну и вход в город. Мы там, кстати, были в самом начале. Там очень-очень много игрушек. Давайте посмотрим, что будет ждать на этот раз. Нужно собирать только одушевленные игрушки. О! Все повторяют. Ну что ж, давайте будем нажимать на одушевленные игрушки, которые мы видим. Ой, как много их здесь в одном месте-то собралось. Ой, как прекрасно. Замечательно. Просто волшебно. Волшебная игра, которая называется «Волшебная страна». Котятки, надеюсь, вам очень понравилась эта игра, и вы смотрите ее с удовольствием. И даже наверняка появилось желание ее скачать, установить и пройти самим. Итак, нам нужно найти игрушки за 5 минут. Да ладно, как я это сделаю? Так, давайте сначала предварительно найдем, пока эта надпись висит.
Тукан, черепаха, кошка, пингвин, дерево, клубника, ангел, корова, машина, корабль. Так. Так, кого я вижу? Корову вижу. Запомнила, где она находится. Хорошо. Так. Тукан, черепаха, кошка, пингвин. Корова. Кошка вижу. Кстати, пингвина не вижу, возможно, где-то он там спрятан. У нас с вами далеко-далеко. Так, корабль-машинка. Так, корабль-машинка. Ух. Ангел-клубника-дерево. Ангел-клубника-дерево. Дерево вижу. Ага, отлично. Так. Так. Кто еще у нас здесь? Пианино не нужно? Нет. Пингвин-кошка-черепаха. Ага, ладно, давайте начнем. Тут, наверное, половина просто спрятана, и мы не видим с вами. Так, дерево, корова, кошка, тукан, он был нам нужен. Так, черепаха, пингвин, клубника, ангел, ищем, ангел. Так, клубника, маленькая, красненькая штучка должна где-то быть. Ищем, 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 вопросик. Так, хорошо, я хочу домик, не отвлекайте меня, не отвлекайте, вот клубника. Черепаха, пингвин, машина, кораблик. Черепаха, пингвин, машина, кораблик. Черепаху вижу. Где пингвин? Кораблик вижу. Кстати, пингвин и машинка. Машинку вижу. Нажимайся. А почему машинка не нажимается? А, ее можно просто сдвинуть. Отлично. Так, а где тогда машинка-то? Если это не машинка, то тогда где машинка, котятки? А, вон она, эта машинка. Отлично. Так, остался пингвин. Как у нас может выглядеть пингвин? Кто знает? Так, давайте подсказку возьмем. Оп. О, пингвин наверху, ничего себе. Так, динозавр, поросенок, орел. Кстати, орел я знаю где, поросенок тоже я знаю где. Вертолет, белочка. Сова не нужна? Нет, сова не нужна. Пылесос нужен. Телескоп нужен. Отлично, отлично, отлично. Так, дракончик, грузовик. Грузовик, вот он был, кстати, нажимали уже на него много раз. Так, дракончик. Паровоз, белочка, вертолет. Белочка и вертолет. О, белочка, вот она белая, прекрасно. Так, паровоз, вертолет, динозавр. Паровоз, вертолет, динозавр. Паровоз, вертолет, динозавр. Не вижу. О, паровоз нашла. Все прекрасно. Осталось два предмета. Динозавр и вертолет. Так, вертолет, наверное, где-то на небе, нет? Да, вертолет где-то на небе. Все правильно. Так, ты хочешь пианино? Кто-то, звездочка. Забирай. Так, динозавр остался последний. А где его искать-то? А где динозавр? Это, так, это кто? Нет, это змея. Так, давайте подсказку используемся. Где? О, это маленький динозаврик, а я ищу вот таких вот с длинной шеей. Как бы вы понимаете, да, о чем я? Что происходит? Котятки. Диди! Фишка вот-вот взлетит! Ты не можешь быстрее шевелить своими человеческими ногами? О, с какой скоростью мы мчимся на коляске. Ребенок с бородой, который заправляет. Посмотрите, как быстро он перебирает своими человеческими ногами Диди. Так, сейчас ей нужно затащить все игрушки на фишку. Так. Вау! Мы куда-то с вами полетели, мои дорогие котятки. Вот это да! Замок деспота. Третья глава. Это за мной? Эй! Есть тут кто-нибудь? Что это? О, это свиток. Чтобы отправиться домой, ты должна сначала убрать все оставленные игрушки. Помню, я это уже делала, когда была здесь в последний раз. Да, котятки, мы всю игру только это и делаем. Нам еще в первый раз сказали, что чтобы уйти отсюда, мне нужно собрать 4 печати. После 4 печатей меня мурыжили тем, что мне изготавливали пропуск. А сейчас опять я должна собрать игрушки. Отлично!
Ну что, дорогие мои котятки, мы плавно переместились в главу номер 3 в замок деспота. И снова здесь будем с вами собирать игрушки в трофейном зале 10 и в мастерской главной лестнице 20. Но делать мы все это будем делать в моем следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте мне лайки, пишите мне комментариями. Ну а для тех, кто хочет поддержать меня донатиком, то в описании к данному видео имеются ссылочки, пройдя по которым вы сможете меня поддержать и таким образом тоже. Ну а я вас всех поздравляю с наступившим Новым годом, желаю вам счастья, успехов и благополучия во всех ваших делах, мира и добра вам и вашим семьям. А я с вами прощаюсь до новых встреч. Как всегда, рекомендую смотреть только полезные и качественные видео, играть только в хорошие игры. И всем пока-пока. Всем мяу!